Всем привет, вы смотрите канал Game Break, и сегодня у нас обзор на реплику от фирмы The Cool, китайской фирмы The Cool. Реплика достаточно известного набора LEGO Bat Tank. Единственное, что здесь не полностью реплика, а только часть этого набора. В оригинальном наборе 2007 года леговском, кроме Bat Tank'а, загадочника и Бэтмена, был еще Бэйн, мотоцикл, небольшие ворота. The Cool, компания, это набор 7108, решили ограничиться только Bat Tank'ом, центральной моделью набора, и двумя мини-фигурками. Инструкция вполне себе обычная, все хорошо читается, все видно, все замечательно. Собирается, ну вот я его не собирал, мне его дал Рустам на обзор посмотреть и вообще сравнить качество LEGO, не LEGO. Ну так вот, данный набор, он, ну вот как Рустам сказал, такое ощущение, что некоторые детали условно бушные немножко собираешь, что некоторые чуть тяжелее входят, некоторые болтаются, но в целом для полки модель очень даже достойна. На обратной стороне инструкции показаны другие наборчики из серии супергерои DC и Marvel тут. Ну, давайте перейдем непосредственно к обзору данной модельки. В наборе две мини-фигурки. Загадочник, сделанный по оригинальному леговскому загадочнику. Вполне себе приличная фигурка. Руки-ноги вращаются, голова вращается, принты на теле так достаточно приличного качества. Ничего не отваливается. Ноги, руки. Короче, в общем, все здесь как... Не как в LEGO, конечно. Как за эти деньги, что он стоит? Да, по поводу цены набора. Набор можете приобрести по ссылочке. Набор стоит где-то 1300-1400 рублей. Оригинальный леговский бэушный. Уже бэушный набор такой идет где-то от 12 тысяч рублей. Плюс доставка. На BrickLink где-то 12-13 тысяч стоит минимум. Плюс доставка до России. В общем, в 15 тысяч бушный вам встанет. Новый я даже не смотрел, наверное, 1040. Реально дорогой набор. Набор 2007 года был леговский. Вот это, конечно, реплика свежая. И вторая фигурка Бэтмена. Бэтмен классный. Принты вообще, вот я сравнил с бриклинковскими, ну, точно такие же, как в оригинальном наборе. Спереди, сзади. Но есть минус. Очень плотно сидит маска. Если вы хотите ее снять, то надо приложить усилия, чтобы она не снималась вместе с головой. Два выражения лица, такое вот, хотя в оригинальном наборе оно немножко другое. И сзади вот такая вот ухмылка. Вот, но в целом тоже, как видите, очень даже приличная мини-фигурка. Ноги не разваливаются, не отваливаются, руки двигаются, плащик, ну, плащик как плащик, я не знаю, как от леговских их особо отличать, приличный плащик. Все, классные фигурки. И теперь обзор на сам Bat Tank. Давайте мы его посмотрим. Так, что-то здесь вот это вот чуть хуже одна часть вертится. Как он тут? О! Вот он как. Просто я не собирал, мне даже интересно, что там есть внутри. Набор вертится. Вот здесь у меня такое ощущение, что одной гусенички не хватает. Ну и запасных деталек нету, просто слишком натянуты вот эти гусеницы. Правая часть. Такое ощущение, что одного звена не хватает. Давайте попробуем сейчас. Давайте леговскую туда вкорячим. Посмотрим, как это будет выглядеть. Так, где-то тут у меня были леговские. Оригинальные. Так, вот леговская. Ну да, гусеницы реально натянуты. Одной, по-моему, не хватает. Так, вот гусеницы. Вот в чем минус гусенички. Я вот уже когда его видел, заметил. У неоригинальных, во-первых, с другой стороны достаточно так стрёмненько выглядит. Все-таки леговское оно. Ну, видите, леговское качество, оно качество. А во-вторых, вот этот вот кружочек, один кружочек почему-то у Декула заплавлен. У Лего все, у это с одной стороны на всех гусеничках один кружочек есть. Вон, видите? Такая штука. То есть глаза это бросается. Если так, может быть, и не отличить было леговское, там вот не леговское, то вот из-за этого кружочка сейчас с этим траком должно быть получше ездить. О, все, да. Хотя теперь провисает. В общем, не знаю я, что здесь как где собрано, но зато теперь он четко катается даже по гладкой поверхности. Ну, такой вот наборчик. Влезает человечек, чтобы посадить вот туда, снимаем крышку. Это принты, не наклейки, так же, как вот здесь сбоку. Тоже пропечатано, не наклеено.
Ну, такой блестящий наборчик. Не, выглядит очень достойно. Выглядит достойно, вообще ничего не скажешь. За 1300 рублей. По сравнению там с 15, с 20. Новые наборы, я считаю, нет смысла покупать, которые... Новые, я имею в виду, там, не знаю, Panax рыцарем, поделка, еще что-то. Все-таки разница в цене, ну, в 2-2,5 раза, она, ну, не критична. Все-таки я считаю, лучше купить оригинальный набор, новый. Ну, да, заплатить там в 2 раза больше, но он будет оригинальный, классный и вообще шикарный. А вот старенький набор или какие-то эксклюзивные, я считаю, что есть смысл. Когда, например, тот же кафе на углу стоит 4000, либо 40 бэушный леговский в 10 раз, либо даже больше он, но, наверное, вообще под 80. Или карусель, там, какая-нибудь Эйфелева башня, еще что-то. То есть имеет смысл посмотреть на неоригинал. Так, еще что я тут поменял. Вот эта штука, она болталась, вообще дико болталась, вот она, которая была в наборе, а он просто падал крыло. Я поставил оригинальную леговскую, и вообще все четко. Все шикарно. Пушка есть в наборе, с функции есть пушка. Минифигурку мы посадили, теперь есть пушка. Пушка вот так вот вверх поднимается, и в тот момент, когда она достигает крайней точки, здесь нажимается рычаг, и пушка стреляет. Не знаю, стреляет как леговская. Единственное, что стреляет только вверх. Вот такая вот штука. Все, по функциям все сделано, как видите, симпатично. А, ну флик ракетки есть, вот здесь можно, я не знаю, вылетит, не вылетит. Нормально вылетает. Ай. Ай. Ну, в общем. Вылетай давай, сейчас палец весь разобью. В общем, вылетел. Неудобно с этой стороны стрелять. И сидит плотновато. С этой нормально. И флик-ракеты стреляющие. А вот такой вот обзорчик на эту модель. Как я уже сказал, если есть желание поставить на полочку, но я считаю, что можно его и взять. Пусть он и не оригинальный, именно Б-танк. Новый, конечно, покупать такой, это Unreal. Можно попробовать собрать его, ну, самостоятельно по деталькам. Уникальных, я не знаю, вот эти вот штуки. Но в Лего-варианте, скорее всего, тут наклейки, не принты. Эти штуки можно найти. Крылья тоже можно от Бэтмена найти. Гусенички находятся. Стекло можно поискать. Оригинальное, я даже не знаю, есть такое леговское или нет. Но я имею в виду в доступное. Понятно, что оно есть в самом наборе. Все, на этом я с вами буду прощаться. Подписывайтесь на канал, смотрите наши обзоры, где будут как Лего, так и всякие интересные вещи с Алишки. До скорой встречи и приходите к нам в музей. В музее у нас только Лего. А вот эти вещи просто интересно посмотреть и показать. До скорой встречи, ребята. Всем пока. Достой же ты, загадочник.